28 апреля 22 года выйдет. Пофиг. Давай, шепот, накрывай их нахрен. Не могу работать, я не звоню себе. Монах, не суйтесь туда, пусть мне шепот сейчас, когда на позицию выйдет, а пусть работают по ним. Лучше корректируйте его. Давай, Фокс. У тебя GPS есть, Фокс? У меня еще на 10 надо будет. Все, не спеши тогда, спокойно. Давай. Фокс, иди первый, что вдруг тебя убьют, чтобы я живой остался. Потому что мне надо, блядь, ПДВ, блядь, корректировать, там всю фигню делать. Тебя-то не жалко, что ты же без бара-то. Стал. Я высоту смотрел. Да ладно, тут еще пока безопасно. Сейчас борта прилетит, все с 2 километра. Я успею вернуться. Парни, вас херовастенько слышно, и что, ставьте метки, я уже потом продублирую. Бродяга, попробуйте подойти и снять его, а, как-нибудь. Поставила метка наблюдатель. Может это ВАЦ? Может это ВАЦ? Скорее всего, да. Если гусеница. Давайте. А по... у нас нет, там нет, пока ничего. Прям с РШГ жахни ему, я думаю, не РШГ это фугас. Ну и что, ему будет больно, блядь. Давай сейчас я ему подойду поближе, мы сориентируемся. Короче, да, пока все. Парни, возможно, на метке наблюдатель находится ВАЦ, но не факт.
Шаба. Гурон, если будет слышно, прям пиши на карте, блядь. Долго ты еще? Еду, еду, в пути. На вышке там, да, на этой командирской? Он тут прямо на рынке, да, наблюдает. Просто подойдите с снайперской винтовкой, снимите его нахер, да и все. Да, я вижу вас. Пацаны, не стреляйте, подойдите, вынесите вас. Все, вас спалил, короче, часть моей группы работает. Парня поставил метку, здесь стоит ВАЗ. Тачка есть у нас такая? Нет. У нас хаммер слева. Как приняли? Принято. А он прямо на высоте стоит? Нет, он перекрыт от вас, короче, высотой. А если мы все равно с авиабазы подъедем к нему? Нет, ты его не увидишь, он пока стоит на этом. Это единственное, что если бэха, бля. Далеко. Ладно, парни, сейчас попробуем вынести его с РШГ, но у нас только РШГ есть, получится, не знаю. РШГ нет, даже не пытайтесь, не вынести его. Вынесет. 113 вполне, видишь, по гусеницам стреляет. Да, если подвесить только по гусеницам. Но вполне есть шанс 113, он картонный. Гром, как дела, Гром? Урон. Макас. Макас на связи? Да. Я вроде стартер уебал вот его. Бэдбэдбэр за пулеметом уебал. Но это не вообще хаммером занимаюсь. Надо вынести, парни, надо вынести ВАЦ, короче, ебашьте по нему, убивайте стрелка, как хотите, надо вынести его, блядь. И забрать по-хорошему его, вообще его. Смотрите, там над ВАЦом еще маленькая вышка, там походу хер сидит. Кто сейчас подходит к ВАЦу? Я надеюсь, Гурон поставил подрыв заряд, бля. На маленькой вышке противник, бля. Сорвалось. Гурон живой, Гурон. Макас. Казах. Так, мои пацаны подорвали, короче, ВАЦ, но он целый, блядь. Подрыв заряд поставили. Чё, взрыв пакет поставили? Поставили на него взрыв пакет, но он целый, не знаю. Ну все, бахай. А нет, он же его бахнул, но он целый остался, да? А, даже так. Ну, мы можем заход сделать. Граф, можем долбануть, попробовать? Смотри, я просто далековато, филин, я своих пацанов почти не слышу. Я на своих метках, короче, а они на своих работают там. Я их не слышу вообще. Макас, живой Макас. Ну что, может, он зайдет, добьет его? Вы выбили его, нет? Тихо, не отвлекайтесь у меня, пожалуйста. Ничего не выбил.
Пока, ждите, парни, ждите пока. Попробуйте захватить его, если получится. Раф, мы под это допадем триггер по кошмарим, он все равно обездвижен. Сейчас, секунду. Макас, ВАЦ, короче, под нашим контролем. Ладно, давай, Филин, вылетай, работайте. Да-да-да. Да я смотрю, мне надо поконтролировать, чтобы ВАЦ, блядь, был уничтожен, блядь. Макас на связи, Макас. Макас, есть он на связи наш? Макас на связи. Давай, Фокс, пока двигайся по нашим меткам. Я сейчас поближе подойду к нашим, мне надо услышать, что они говорят, блядь. В этом движении не вижу пинку. Я вижу, на вышке бегают там. Шопа, ты уже работаешь по метке монах? Готовлю заряды. Залазь, квартиру тебе было. Так, парни, мои зачистили, короче, эту высоту. Не знаю, вас сможем спиздить, не сможем. Попробуйте посмотреть. Но он типа там никого нету, да? Не крутится ничего. Не, все, они захватили его. А, все, класс. Пацаны, красавцы. Здравствуйте. Турбо, я тут разведал, вроде тут никого. Я выдвигаюсь дальше, можете, в принципе, передвигаться. Макас живой, Макас. Турбо. Да, я за него, это Никита. Хорошо, я принял. Все, на это конец коричневой линии заезжайте, я тут как раз осматриваю. Да. Хорошо. Ты слышишь его, Фокс, нет? Ты слышишь его, нет? Еще раз. Приняли, Черри, подвигаемся на конец коричневой линии. Фокс, сделаем сдвиг по КВ, сдвиг по КВ. Все, парни, ВАЦ наш, смотрите, не разъебите его. Корректируйте мины в воздухе, метка монаха, военка. Принял. Ждем посылку. Все.
связи. Шобар, перелет, перелет. 50. Назад давай. Живой? Филин живой? Да, летаем, долбим базу. Шобар, по связи? Ух ты, так, что попал в маленькие вышки. Филин, ищи лавочку. Давай меньше 50. Так, пожалуйста, просто сюда, сюда упали. Сейчас посажу. Ну, не вижу. Там ДВ ставишь? Сейчас, 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 сейчас. А. Метки на карте синий бег бегает. Принял, нет? Да, принял. Горо на связи? Горо, на метке Макас, короче, там пех бегает, надо срезать его. Да, базу, базу покошмарили, будь здоров. Так что, в принципе, там можете заходить. Наблюдать. Снайпера, вот эту высоту. Монах, отвес попадания. Место попадания. Сейчас. Филин, вы Нурса оставьте, чтобы это самое работает по целям конкретно. Лады. Фолк живой. Монах, продолжай работать. Да, что, стреляйте. Пару снарядов, да, стало. Ну, да, опять же, типа стоять все. БМП на связи? БМП на связи. Видите точку снайпер, где жёлтый написано? Да, вижу. Наблюдаете что-нибудь там? Сейчас, сейчас, сейчас попробуем вылезти, смотрите. Фокс живой, Фокс? Фокс на связи? Снайпер минус, перефилин, снайпер минус. Снайпер, это который был на горе? Да, крупнокалиберный, на хаммер ездил, я его снял. Все, понял, понял. Черт, мы тогда посмотрим, там вот Гурон поставил метку, наводит лавку, мы на нее посмотрим. Лавка где находится, прием? Ну, я не знаю, Гурон поставил, видите, восклицательный знак, Гурон наводит лавку на вертолет. Принято. Фокс живой, Фокс? Фокс? Фокс на связи? БМП прикрывай. Так, я примерно понял, это БМП говорит, я понял примерно где лавку, но она от нас за горой, за холмом. Минус шепех на базе.
Никита, пока не спеши, пусть попробует. Пусть попробует вынести вертушку, а потом уже будешь работать. Хорошо. Но мы пока. Лавка у нас в недосягаемости для Бэхи. Мне кто-то сильнее граф надо пеха выебать, и я не могу понять, там же граф что такое. Пехи не может быть. За границами. А кинь туда пару мин, я тебя скорректирую, давай, шепот. На парочку просто? Да, граф пех, да. Шепот, метка граф пех, смотри. Череп, а вы на УАЗиках едете? А, да. Грона, ты на связи? Вертушка, а вы лавку видели или нет? Не, ни разу не видели. Понял. Вертушка, у вас очень скорость маленькая, вы бы это понабрали. Нормально, все рассчитано. Я просто за вас переживаю. Хорошо. Гуро на связи. Казах на связи. По-моему, на базе никого не осталось. Движения не наблюдаю. Ты читал, на тебя лавку наводят. А где она вообще, лавка-то? Рон читает, видно, это, ДВ-шку еще поднял, или кого-то, или КВ-шку. Триггеры, три человека, он написал. Шепот, пока хватит. Нормально прилетело, хорошо. У нас нету хаммеров. Вертушка, можешь посмотреть ветку, метку Fox минус? У нас тут хаммер где-то катается под нами. Сейчас, подожди секунду. Череп, на коричневую, наконец, линии дойдем. Нормально будет? Рядом с тобой там.
Ну, я сейчас тут все не разведал, но... Могу нанести удар по высоте Фокса. Пока не надо, пока не надо. Смотрите, его работает. Подожди пока, давай более прицельные цели. Подожди пока, шепот. Сейчас я выйду на позицию. Просто... У меня Фокса убили, я не знаю, что там творится, не могу пока выйти. Работа, она где-то с севера, северо-запада. Пан Аллах работает, прием. Вы уверены, что с северо-запада? На северо-западе стоит возле БМП. Возле графа вертолёта сбили. Вертушка сбита, да? Да, да. Это у которого все под контролем, да? Он все низко и шел, то ли он провода зацепил, блядь, то ли его сбили, либо впрямую, блядь. А трассера от БМП никто не видел по нему? Нет, это работала лавка по нему, походу. Ну, от лавки, в смысле, трассеров не было, откуда это летело? Северо-запад. Да северо-запад это невозможно, блядь, это мы стоим, БМП отсюда стоит. Ваша метка актуальна? Да, БМП актуальна, а, Никита. Вы на севере стоите. Да, вот именно, я говорю, это не... Никита, где-то на лавка находится и чуть-чуть южнее Тегера, на, может, и на юго-востоке, где-то там находится. Вот, я согласен, граф, она на юге, а не на севере, как сообщили. Гурон, меня слышно, Гурон? Да. Гурон, а ВАЦ не рабочий или карабочий? Он, в принципе, рабочий. Просто его спасли. Я видел, ну, просто не говорили, что его схватили. Его выкатили. Ну, может быть, забрать его и работать с него? Я не знаю, мне кажется, даже летит полет, мы сейчас подойдем. Турбо, ты в сторону камеру хотел. А он на твоей метке находится, как ты где-то поставил? Может, я заберу его, бля? Вот вижу, там, что он не вижу, а точку поставил. Никита! Да, я на связи. Камер, ставлю метку, вам вы что, не видите? Метку вижу. Сейчас, Гурон, просто КВ орёт, короче, ничего не понятно. Он, с него можно работать вообще, нет? Да, он рабочий. Я пойду заберу туда. Или может, пусть казах его подтянет сюда? Нет, а ты не хочешь сам взять его, а? Вообще нет. Смотрите, хочет, можно взять его, подобрать графа и уже с ним. Это Гурон. Гуро, скажи, пусть он ко мне сюда подвезет ВАЦ, а? Скажешь.
Так, подожди, Влад, твоя метка, казах, ты актуальна твоя метка? Да. А ты не боишься, что у него спиздят его опять? Казах, давай, возвращайся, забирай его, надо будет подтянуть его сюда поближе, бля. Ко мне, можешь его привезти? Ладно, это Сангурон. Пусть он просто его подальше отвезет, короче, назад. И спрячет его за пределы синей линии, чтобы они его не забрали. Да-да-да. Парни, есть у нас ДВ вообще? Есть у нас ДВ? Давайте, наводите миномет, парни, наводите.
шепотом, давай. Шепотом, давай. Череп. Есть он на ДВ? Есть. А где все? Чего? Есть он на ДВ? Есть. Раз, лапку мы уничтожили. Раз, живой? Да, живой, да. Лапка уничтожена, но хаммер катается, ищет миномет в сетке нас. Все у нас со снайперами нету связи. Кстати, ту КВшку, ДВшку предыдущую, слушает противник. Ну, предыдущую. Есть он на ДВ, парни? Не устал спрашивать, говорю же, да, есть. Короче, все, бэху перевернули нашу, блядь, остались без бэхи. Пацаны, я им передал, что мы бэху перевернули, короче. Так они знают, что они бэху уничтожили. Хаммер уничтожил бэху нашу. Где ты сидишь? Граф, а где наши новации? Они живые? По мне огонь, у меня пизда, пацаны. Граф, вас, нас живой? Кто на связи новации? Нет, а мы спрятали его пока. Пиши Гуронута, пиши Гуронута, мне пизда, все. Мне пизда, парни. Кто на технике есть? Здравствуй, на связи? Да, на связи. На моей метке где-то противник, парни. На моей метке где-то противник. Это вас нас едет сейчас? Гро, на связи, Гро.
Убил снайпера. Да, на связи, наблюдаю триггер. Давай сделаем дик, делаем сдвиг, делаем сдвиг по ДВ. По ТВ? Сдвиг по ДВ. Живой монах? Да. Давай, монах, подтягивайся, надо уже работать. Выбираю высоту и долби по ней. Граф, что, накрыть тригану? Тут метка стоит нашего одного борта. Тригане там мы как бы... По метке гурон кинуть? Да, кинь, кинь. Кидай. Что подсказ? Принял. Yeah.
Сидит, понял? Хаммер, говорит, да? Хаммер я уничтожил уже. А вот это мяч что идет? Что говоришь? Вот эта техника Дмитрий Хаммер, кто идет из него недалеко? Ты идешь? Я иду, я иду. Я тебя вижу. Череп, КВ атаки это самое актуально? Актуально. Триггеры свои есть или? Парни, в триггере есть наши, а? Гурон же. Томас, не стреляй пока, не стреляй. Парни, парни, я на свой. Я говорю, ниже тебя, где ко мне спрячется враг. Понял. Так, парни, я на своей метке, у меня хороший бинокль снайпера забрал. Что я просматриваю пути подхода к нашему триггеру? Так, одного убил ко мне. А, ты убил? Да. Ты гранаты кидай туда. Я должен их видеть, бля. Посмотри, там вот дальше за сиреневым дырком и на часовне, где-то там в лесу бегает. Так, в лесу, в лесу пока никого не вижу, бля. Ну, за ним он, бля. Парни, а сколько людей в триггере, парни? Никого нет в триггере? Уран, ты контролишь? Я, да. Я смогу пройти, он не убьет меня. По Гурону работает! Стой, стой, по Гурону работает. Все, все, понял. Я же спрашиваю, есть в бункере, что молчите? Гурон, Гурон живой? Гурон живой ты? Нет, да пиздец, блядь. Убил ты Гурона, блядь. Ну, парни, ну как... Блять, парни, я спросил, да есть ли у нас в бункере? Все вы молчите. Вот враг поставил Гурон, вот враг. Ты метки видишь? Сейчас враг на тебя будете выходить. Розовый дым-то враг? Монах, ты метки, Гурон, не видишь? Ладно, все, хорош. Это, монах, езжай на мою метку, отсюда можно хорошо прикрывать. Монах, давай, езжай сюда, монах.
Монах на связи? Да-да. Че, ты едешь туда? А Гурон написал, что живой. Проблем были. Гурон живой. Только монах, хорошо, хороший крюк, да, не езжай через зеленку, сейчас там выебут тебя. Хорошо, прям хорошо, объ... Не, это я ошибся, что город живой. Он не живой. Он ставил метку на сланцах.